пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Итак, Ледовый дворец Алматы-Арена. И вторая игра между Алматы и Павлодарским Иртышом. Интереснейший матч мы посмотрели. 9 заброшенных шайб. Так же, как и в первой встрече, так и во второй. Очень интересный первый период. На самом-то деле, Таганбаев первый забрасывает. Иртыш выводит вперед. На 6-й минуте это случилось. Чалов и Валеев у него в ассистентах. Но спустя 2 минуты буквально Ваулин мощнейшим броском от синей линии счет сравнивает. 4-я шайба Ваулина в этом сезоне. Но и там команды очень здорово двигались, особенно Алматы, да, очень высокие скорости в первом периоде, как и в первой встрече показывали подопечные Андрея Спиридонова, создавали моменты, но Асуханов на 14-й минуте выводит Иртыш вперед. Первый раз в этой встрече. Счет становится 1-2. Ну и довольно-таки не по хоккею, не по игре была заброшена шайба, так как алматинцы были активны в первом периоде. Но вот к своим моментам хорошо относились гости и реализовали свой момент. Во втором периоде Анисимов счет сравнивает. На 31-й минуте это случилось. Первый период закончился со счетом 1-2 в пользу гостей, да, но вот Анисимов счет сравнивает. Андрусенко выводит алматинца вперед, но это уже было в концовке второго периода. Сумасшедшая концовка второго периода. Команды создали. На 40-й минуте Анисимов выводит алматинца вперед, забивая первую шайбу за первую команду Алматы. Выводит вперед на 40-й минуте. Там спустя каких-то 10 секунд Галеев счет сравнивает, делает его 3-3. И команды уходят на перерыв в равном счете, хотя все шло к тому, что Алматы забросил шайбу в раздевалку и уйдет на перерыв, ведя в счете. Но нет, период под номером 2 закончился так же, как и первый, только первый закончился 1-2, а второй закончился в пользу хозяев 2-1. В начале третьего периода Ищенко в большинстве, единственная шайба, которая была заброшена в большинстве в этой встрече, а возможности поиграть в большинстве имели как одна команда, так и другая, забрасывает шайбу, затем Анисимов счет сравнивает, и Асуханов в овертайме победу добывает для Иртыша. Окончательный счет 4-5. Всем спасибо, поздравляем болельщиков Иртыша. Пока-пока.